Сегодня чемпионы школы, а завтра чемпионы мира. Под таким громким девизом 2 ноября в Мирном стартовал турнир по хоккею среди школьных команд «Золотая шайба». О победе в этих соревнованиях мечтают как новички ледового спорта, так и те, кто уже не первый год владеет клюшкой. Турнир этот у нас уже становится традиционным. Вот третий год подряд мы проводим среди детей. Разные каждый год года рождения. Вот, и на этот год у нас попал 2007-2009. Для детей этого года рождения эти соревнования, можно так сказать, такого уровня впервые проводятся. А для них сегодня видно было даже по открытию, как это все волнительно. Ну, надеемся, что покажут хорошую игру, порадуют болельщиков. На турнир заявились 4 команды. Отбор был не строгий. Главное условие – умение стоять на коньках и играть в хоккей. Самое важное – дети получают опыт игровой. Закаляют силу духа, характер, силу воли воспитывают. Для ребят, которые на турнире защищают честь своей школы, это не просто игра. Им не так важна марка своих коньков или формы. У каждого, кто вышел в этот день на лед, есть своя цель. Я захотела быть вратарем. У меня была такая мечта. И у меня она сбылась. Лучший вратарь хочу быть. Я надеюсь, что победит, у меня боевой настрой. Я стремлюсь на победу. Это серьезно. Ну и мне больше нравится, как бы там, ну и не на балете танцуешь, а так бы уже за школу играть. Турнир будет идти 3 дня. После торжественного открытия уже состоялись первые игры. Так, в первом матче сборная 7-й школы обыграла команду школы номер 12 со счетом 4-2. Чистую победу одержали и ученики политехнического лицея над учащимися 26-й школы. Счет 9-0. Финальные игры пройдут в эти выходные. Победители отправятся в Удачный, где будут проходить уже районные соревнования. Злата Курбанова, Алексей Меркулин, Кирилл Дорофеев, телеканал «Алмазный край».